Я, если честно, удивлена себе, что я в такую погоду вообще вышла на пробежку. Сегодня пасмурно, холодно, плюс 4, сыро. Причем я пока шла с пробежки, думала, что сегодня прекрасный день для того, чтобы наконец выложить видео на YouTube. Думаю, ну вот пока не доделаю его, пока не смонтирую, из-за стола не выйду. Ну и буквально через полчаса мне звонят с базы, говорят, надо срочно сегодня приехать, переставить Марка. Поэтому вот закидываю сейчас курицей с макаронами и еду на свидание со своим корчом. Вот он, мой красавец, мужчина в плаще. В брендовом плаще от Спарка. Ну, я надеюсь, вы поняли, что я про автомобиль, да? Запускать мотор не будем, потому что нет смысла запускаться на 20 метров, чтобы его перекатить. Мотор не запускался всю зиму. Ну, короче говоря, это не быстрый процесс. Не очень хорошо получится, если его запустить, и потом тут же заглушить. Колеса подкачали. Вот, и еще. Тут, видите, нет ковша. Он до сих пор в двойке находится. Мне садиться рулить? Подкачаешься, а некуда садиться. Ясно. Давай поможешь проще, я буду подруливать. Ну или можешь снимать процесс, ладно. Давай, раз, два. Передачи-то сняли? Ручник сняли. Ну, я предлагала свою помощь. Ну, здравствуй, брат.